Доброе утро, дорогие подписчики. И сегодня утро у нас начинается не с кофе, а с такого вот самоварчика китайского. Значит, со вкусом индейки. Фирма... Ян Гуанг Вэй Ши. Ну, если я правильно прочитал, конечно. Срок годности 9 месяцев, 430 грамм. Ну, готовится как стандартный самовар. Я думаю, уже никого этим не удивить. Купили мы это в обычном магазине. Не в каком-то специализированном. Даже магазин для бомжей низкоцен, представляете? И стоит он, кстати, что-то недорого для самовара. Значит, крышка такая. Ну, плотная достаточно. Лапша уже сваренная здесь, на удивление. Такая вот. Ну, запах даже есть какой-то. Это, скорее всего, соевый соус. Все по-китайски, все же понятно. Это у нас... Тут нарисован арахис. Скорее всего, это арахис, который мы не будем добавлять. Вилка довольно-таки крепенькая, я хочу сказать. Это очень хорошо. Яйцо. Вот в инструкции написано яйцо. Блять, какое оно, я не знаю. Я его отдельно на тарелку выложу, разрежу, потому что оно ни хера не белого цвета. Пиздец. И вот суповая основа, тоже такая вот непонятного цвета. Кстати, данный товар есть и на Озоне, и на Вайлдберрисе, там и куча вкусов, но мы только два купили, курицу и вот индейку, блядь. Потом докупим. Сама чашка, куда, собственно, будем все говно выкладывать. Ну и, как всегда, разогревающий элемент. Отметка здесь почему-то очень низко. Не знаю, в инструкции, блядь. Ну, еще прочитаю, сколько там. А, 200 мл воды надо налить. Короче. Ну, естественно, потом вы все ставите туда и так далее. Так, ладно. Выкладываем перво-наперво нашу лапшечку. Ну, пахнет лапшой с каким-то говном, честно скажу. То ли оно просто мокрое, то ли не очень мокрое. Так. Выливаем соевый соус. Самое интересное, что... Как снять прозрачную воды сюда наливать не нужно. Смотрите, а то ебанете, блядь. Так. На самом деле, вот я смотрю здесь, почему оно должно провариваться, непонятно, блядь. Мяса здесь нет, яйцо вот это вот непонятное только, блядь. Тут лапша-то, блядь, готовая. Чуть ёбки, блядь. Вот, а тут пахнет вкусно, прям таким мясцом. Вообще, лучше вместо вот этого яичка положили бы кусочек индейки. Было бы, мне кажется, блядь, яйцо странное вообще, из-за змеиное, блядь, что ли. Блять, оно как будто шоколадное. Сейчас мы их чикнем. Или там, может, у какого-то китайца вырезали, блять, и в Россию прислали. Охереть. Блять, реально яйцо, ёпта, блядь. Чё? Вот чьё оно, непонятно. Ладно. Это, блядь, это первый раз вообще нам попадается бич-пакет с яйцом, блядь. Готовым, уже сваренным. Только коричневого цвета. Так, а здесь... Блять, мне аж страшно его есть, если честно, блядь. Хуй его знает, блядь. Дракон какой-нибудь вылезет, блядь, откуда. Сожрет меня. Блядь, да что ж вы так все запечатываете, твою мать, блядь. Да, это стандартный арахис. Пиво пойдет, я думаю. Да. Своеобразный вкус, соли маловато. Ладно. Сейчас мы там подготовим. Арахис острый. Итак, заливаем воду до отметки. Отлично. Теперь разогревающий элемент. Смотрите, жрать его не надо, блядь. Напоминаю. Все, сейчас он начнет шипеть. Ставим это дерьмо. По инструкции написано...
6-8 минут. Вот, зашипело. Лучше держите 8 минут. Блять, а чё ж он? А, сука, горячий пар. А? Так. Будьте аккуратны, можете обжечься. Сейчас подержим его 8 минут. Закрываем. Тут написано даже 120 градусов. И ждем. Короче, когда элемент надуется, зашипит, подождите, пока он сдуется. Видите, я сразу поставил, а он, блядь, никуда не вмещается. Все, ожидаем. Ну ладно, блядь, хватит заниматься херней, сварилась наша тема. Блядь, вот честно сказать, я не понимаю, почему это самовар. Блядь, ну тут все готово. Тут, не знаю, воды, наверное, надо было, что ли, чуть-чуть добавить. Хотя идет как второе блюдо. Сейчас размешаю и, собственно... Мне кажется, это можно было просто в микроволновку кинуть, блядь, разогреть и все. Вот со вторым я, наверное, так и поступлю. Потому что ждать, пока он тут, блядь, проварится, это ж не хай, который действительно надо было варить, чтобы там, блядь, все это проварилось, разварилось. Итак. О! Блядь, острый, но вкусный. Реально вкусный. Индейка. Да, возможно, это индейка. Томатный вот этот вкус здесь чувствуется. То есть приправа, видимо, на базе томата или помидора, или там еще типа того. Но реально, обычный спагеттос, такой вот, как паста. Ладно, самый главный гвоздь программы. Яичко. Пусть знает, яйцо как яйцо, только не белое. Обычное яйцо, даже соленое. Так что опасности я здесь не вижу. Единственное, чтобы я сюда добавил, ну, кусочек мяса какой-нибудь. Но его цена там 200 с чем-то рублей, блядь. Даже 300 не стоит. Поэтому для такого самовара это нормально. Увидите, купите, он реально вкусный. Вот, скажем так, из дешевого сегмента, премиумных, так сказать, лобш этих всех, это достойный выбор. Китайцы не подвели, реально вкусно. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, по возможности донатьте, хотя я знаю, что сейчас в стране денег нет нихера, но тем не менее. Все, до скорых встреч.